Алекс, Алекс. Пошел, 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 гуляй, пошел, пошел. Лесной кот. Кто там ходит? Там собачка ходит. Там собачка ходит. Да. Интересно, все интересно. Интересно, все интересно. Нам полгода, мы уже большие и всем интересуемся. И ничего, в общем-то, особенно не страшно. Птицы обнаружили, а он муху ловит. А его птицы обнаружили. Сейчас начинает на него кричать. О. Внимание, хищник. Где же эти птицы? Они рядом. Вот как они на него кричат. Вон они, вон они, вон они. Ну и бог с ними. А мы будем цветочки нюхать. Вон они на тебя как на тебя налетели. Посмотреть-то. Такого красивого котика. Таким шикарным хвостом. Они с тобой пытаются разговаривать, а ты их не понимаешь. И синицы, и дрозды. Все рядом. Всех деревьев вокруг. Где они? Где они? Смотри, где они? Вон они. Там идет-то. Интересно-то как. Кто это? Кто это идет? Кто это там идет? А там собака идет. Такой проход по тропинке. Мы пошли по тропинке назад. Живейший интерес к птицам. И птицы к нему. Вон они. Вон они летают. Мяу, мяу им скажи. Мяу скажи. Они тебя не тронут. Да. Ты же со мной рядом.
Ты же со мной рядом, Котя. Белка решила полазать по деревьям. Ой, жарко стало. Жарко стало. А тут, понимаешь, еще и птиц прилетел. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Сейчас он на тебя сядет. Или накакает. Поползень. Тут, наверное, гнездо где-то. Бедные переживают, переживают, бедные. А нам скажи, наплевать, что ты переживаешь. На свои переживания. Вокруг столько новых впечатлений. Уже и белку сыграли. Уже и на птиц поохотились, с ними поговорили. Кого только не видели. Осталось только мышей поймать.